Вы на канале Family, а сегодня мы узнаем, что Дед Мороз подарил какие-то нам подарки под новогоднюю ночь. Да, мальчишки и девчонки, сегодня первое число, Новый год. И Дед Мороз Владу и Святу принес подарки под Новый год. И да. Сейчас мы посмотрим, какие же Дед Мороз принес подарочки. Смотрите, что это Дед Мороз подарил. Это, наверное, твое, да? Да. Это мое. Вот это мое, наверное, да? Вот это пенал, по-моему. Вот да. Это мое. И что вам подарил там Дед Мороз? Не пенал, такой какой-то. И Лего ниндзя. Ух ты. Тут кайния. Так, а Святу что подарил? Мне Hot Wheels, вот и вот. И там сундучок Hot Wheels, только я не могу достать. Ух ты, класс, да? Вот он. А мне еще есть Динамо что-то. Угу. Тут. Ну что, ребятки, покажем, что там подарил нам Дед Мороз вам. Святик, показывай, что тебе подарил Дед Мороз. О, что-то у тебя это такое. Человечек. Человечек такой. И коробок Hot Wheels, да? Чтобы, а для чего? А ну-ка, давай раскроем, может, глянем коробочек. А ну-ка, какой там? Вот такой. Ух ты, это для Hot Wheels, да? Да. Чтобы там хранить машины. 18 штук. 18 Hot Wheels, да, там можно хранить? А что еще у тебя там есть? Набор. Вот такой набор. И вот такой Hot Wheels. Как он называется? Разрезающий Hot Wheels. Ух ты, супер. Молниеносные половинки. Так, ладно, давай посмотрим, что Владику Дед Мороз подарил. Мне подарил Лего Ниндзяго. Угу. Тут Ния, Кай и вот этот Зейн. Пират. Угу. И самолет у него у пирата. Тут Васьки, и бомбочка. И бомбочка. И бомбочка он кидает отсюда. Да. Угу. И пенал еще подарил. Ух ты, пенал какой. А ну, да, давай посмотрим. Достанем? Или не надо? Классный пенал. Я уже классный вижу. Пенал. Так, что там еще? Ух ты, это тебе Динамо прям да. Такой. А ну, да, давай это посмотрим. Форма. Это форма Динамо. И Влад, еще, у нас, Влад у нас занимается в клубе Динамо футболом. И ему Дед Мороз подарил вот такую вот динамовскую форму, потому что с той он уже вырос, которая у него есть. И вот тут так. Еще что-то. И что там тут... еще? Гетры. Как раз под форму. Да. Весь комплект. Угу. Гетры для занятия футболом. Да. Так, а что там? И что мне подарил? А вам сладости хоть там подарил? А, да. Какие-то вот коробочки, да? Вот эти, да. Вот. Святик, а тебе? Что же такое? Святик занят своей волшебной палочкой. Святик занят своей волшебной Святик. Палочкой. Поцарапаешь. Я вот это. Он пытается что-то снять. Да. Здесь у меня все, больше ничего у меня нет. Ну что, мальчишки и девчонки, вот такие вот подарки мы посмотрели, которые принес нам Дед Мороз. Владику и Святику, да. Ну, и они, вон, видите, какие довольны. Владик да. Так доволен, а Святик аж пищит доволен. Лайк и подписывайся на канал Family. А, пока-пока! С вами был Влад и Свят. Новых встреч! С вами был Влад и Свят. Свят, ты не выспался, я не переспал.
Одну из двух. Да, Святик играет у нас. Он уже у нас актер такой, он может разными голосами разговаривать, да? Святик может и так говорить, и как пищать может, и грубо, и громко говорить. Ну ладно, все. На этом мы закончили. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Внизу красная кнопочка подписки. Или нажимайте по центру на букву А, чтобы подписаться на наш канал. Вадик сказал «Канимай». Все, прощаемся, ребятки. До новых встреч. Пока-пока.